аллейка приятная, прекрасная, правда? И хватит обзывать мой родной город Винницу. То 90-е, то 80-е. Сгаменеться. Успокойтесь. 2000-е Винница. Ох, ветерок. Ветер, ветер, ветерок. Хорошо, что есть друзья-велосипедисты, знатоки велосипедов, которые могут подсказать, что где протереть под тормозными, колодками, что где подкрутить. Так, сейчас мы... О! Скорость изменил. На одной я буду крутить. Тут на двух рукоятках крутится. Класс, накатик. У нас-то для электро, я так прикинул, даже и гор таких-то и нет. Так. По космонавтов только вот вверх до леса. Единственная такая пригорочка. И то она небольшая. А так, если холмики есть, ну это все фигня. Конечно, где-то хочется так и по равнине проехать с моторчиком. Просто. А с другой стороны, крутить педали, работают мышцы, ноги, вот. Стопы у меня работают. Супер. Что еще надо? Пропустил, молодец. Хотя бы я пропустил. Тут дорога надо. Авария была аж с отлетием вчера. Все спешат тоже, хотят опередить люди. Кредит Агриколь. Здесь красиво осовременили площадь. Не 90-е, да? Тут не 90-е, там 80-е. Там 60-е. В любом городе есть старый город, новый город. Молодой город, клубники я еще пока не вижу, правда. Привозная была по бешеной цене. Так, как бы мне тут сейчас... Звоночек классный, согласен. Машин меньше, чем людей. Хорош накат с горочки пошел. Ах! Одно удовольствие. Есть, правда, момент с покрышкой тут. Все-таки с камерой опасно. Все, я так оставляю. И седло, ногу. Носок работает, а не пятка. Так, тут я не протиснусь, да? Мягко идет, хорошо.
насосы накачиваем. Ну и также хочется отметить мастера механика Пашу. Действительно популярность его. Достигла успехов. Все его ценят, уважают, ценят. Паша веломастер, отличный человек и работник. Велолига, руководство, Юрий, там отметьте, пожалуйста, также. И кто желает велосипед подремонтировать и что-то приобрести, запчасти, это по Келицкой, примерно 80, так номер, перед Новой почтой 5, если ехать вот от Урожая. Заедьте, проконсультируйтесь. Даже бывает такое, что Паша денег не берет, представляете? Как в наше время выполняет работу, руки в масле, все, и потом говорит, да не надо, я тут в принципе ничего не сделал, представляете? Ты уникальный просто человек, парень старшего возраста, как я. Красавчик. Так что хочу также. Ой, ну наколки это. Как будто испачкана кожа. На руки, ноги. У девушки еще красивой, молодой, с красивыми ногами. Руками. Как будто кто-то испачкал. Изморал кожу, красивое тело. Чистое. А там уже дома немає воды. Так что к Паше. Все к Паше. Все к Паше. И вот ребята молодые говорят, не только мне орешку, я как знакомый. Нет, он всем делает качественно и недорого. А мастер сам класс. Что-то хочется проехаться еще. Это велодорожка, да? Красота, аллея зеленая, трава у дома. Ну, боже, какие дни, какие красивые люди, девушки, все современные, 2000-го, кто переживает там за года, класс. Это любимая аллея папы, также папа здесь гулял с удовольствием, всегда поднимался до самолета и назад. Да, на руки упор идет, но зато и ноги хорошо работают, и велик классно катит. Тенечек есть у лавочек, смотрите, как красиво. И тут зарядки есть в столбах. А в ваших городах есть такие аллеи? Кто там в 2000-х? Критики. И не в моих принципах удалять, кстати, комментарии. Я против сейчас особенно лозунгов, флагов любой страны. Поэтому поменьше. И старайтесь фильтровать свой базар. Не совсем приятно без лозунгов. Ну, открытый микрофон у Орешка, я за свободу и слово в том числе, но все равно какие-то рамки, они же есть, должны быть, правда? Как вы думаете, ваше мнение? Вот человек смотрит видео Орешка, хочет выразить свои мысли, эмоции, но их же можно без лозунгов, без девизов, речевок.
без призывов. Сейчас также важно. Просто отдохните, посмотрите. Поэтому я не удаляю, а просто прекращаю выпуск своих видео кино классных, которые вам же и нравятся. Все вроде нормально. Я насчет велосипеда еще оценю. У меня тест пока идет работы. Ходовой, тактика технической работы велосипеда. Ну, самокаты, как это не по-детски так все смотрят. Заеду на плиты, окунусь на озеро. Дома еще не кушал, так я все. Сегодня спокойный режим. Позвони мне. Вот тут новый магазин «Аврора». Ну, где-то около года уже. Аптека тут, экономик. Девчонка, да, как? Отвечает там. Приеду. Витя из АТБ работает уже в доставке службы. Известный парень. Котик магазин. Красавица, да, такая сочная. И в телефоне тоже. А тут горишка же едет. Так, по космонавту. Славочка, привет. Слава, осипел опять.